сегодня одновременно переговорили с подрядчиком, который у нас зашел на строительство площадки спортивной рядом со школой, которой не было никогда, которую ждали уже тоже достаточно большое количество времени. Есть проблемный вопрос, это стройка, это старое здание, то есть они возникают, это без этого невозможно, поэтому в процессе уже такая восьмая школа, которую будем заканчивать, как-то уже более или менее их начинаем решать, там, по теплотрассе буквально в ближайшие дни конкурс состоится, вот, теплотрассу переделаем, по сетям, по водоотведению, водоснабжению тоже самые вопросы решили. По спортивной площадке, которая выиграла школа грант на 800 тысяч рублей под основу, тоже вопрос решили. Поэтому я говорю, не такие текущие моменты, вот, но на которые надо обращать внимание. В целом все работы ведутся с графиком. Сегодня еще раз обратил внимание на наружные работы, те, которые вплотную завязаны на погодные условия. В общем-то, пока тоже ничего не вызывает никаких сомнений в том, что в сентябре фасад будет полностью закончен. Сейчас это действительно. В проект у нас не вошла архитектурная подсветка. Мне кажется, что такие здания, красивые здания, еще 30-х годов прошлого века, ну, вот у них такая хорошая, красивая архитектура, и подсветка, она ее будет еще более выделять на фоне также старых домов, поэтому надо будем думать, как и каким образом профинансировать, как эту подсветку изготовить и сделать. Но в целом, повторюсь, в целом все работы ведутся в графике, ждем окончания работы, это, как вы знаете, конец текущего года, обязательно потом сюда еще приеду. Подал. По трем, наверное, причинам. В основном это первая ответственность перед жителями города за ту работу, которую мы начали в предыдущие годы, которую необходимо заканчивать. Конечно, хочу сказать, что я являюсь членом одной большой команды, которая сегодня работает и в городе, и в области. И третье, что есть план развития на 5 лет, есть новые интересные проекты, которые необходимо с моей точки зрения в городе реализовать. Та площадка, где мы сегодня находимся, она тут не так давно была придумана, но с моей точки зрения, что наши сценаристы молодцы, это действие востребовано, сейчас идет спектакль для детей, есть развлечения для детей, чуть позже начнутся уже спектакли для взрослых, но мне кажется, это ярко, красиво, зрелищно, и погода у нас просто сегодня, она как под заказ. Как никогда самое лучшее, оно с одной стороны и солнце, с другой стороны и жарко. Поэтому, мне кажется, все наслаждаются зрелищем. Я с удовольствием посмотрел немножко зрелище. И сейчас пойду дальше смотреть остальные площадки, как развиваются события, как город Нижний Тагил встречает свой 301 день рождения. Хочу поздравить нас всех с 301-й годовщиной нашего города-труженика, нашего города трудовой доблести Нижнего Тагила. С праздником, дорогие друзья! Ура!